Украинское правительство упрощает процедуру пересечения КПВВ для жителей Донецка и Луганска. Все подробности прямо сейчас в программе «На самом деле Донбасс». Проехать линию соприкосновения и добраться домой. Самая актуальная информация. Они должны пропустить 300 человек. Все, лимит закончился. Реинтеграция Донбасса. Что значит и кто этим занимается в Киеве? Нам стали известны условия, при которых СНБО отменит решение о так называемой блокаде. Экономическая блокада – это же не просто мова про экономику или про торговлю с оккупированными территориями. В Украине работает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Само название говорит за себя – реинтеграция. Прошло 3 месяца со дня создания этого ведомства, и сегодня пообщаемся с замминистра Ростиславом Замлинским, который рассказал об отношении властей к людям с российскими паспортами и о программе восстановления мира на востоке страны, которая принята украинским Кабмином. Но вначале небольшой сюжет. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – одно из ключевых для Донбасса украинских ведомств. С начала работы его обновленного состава прошло 100 дней. Первым реальным испытанием для обновленного министерства стал карантин. Правительство и военное командование приняли решение закрыть КПВВ, связующие Ордло с остальной Украиной. Необходимо было оперативно изменить механизм начисления пенсий и соцвыплат, чтобы не оставить людей Донбасса без средств к существованию. И на самом деле успехом министерства реінтеграції на той момент можна назвати вжиття заходів, пов'язаних з цим компонентом. Це внесення змін до закону України з припинення проведення перевірок щодо внутрішньо переміщених осіб і автоматичне продовження всіх виплат, а також на застосування 60 днів як підстави для скасування дії довідки, знову ж таки, на період карантинних заходів і 30 днів після них. Преодоление эпидемии и ее последствий – важная часть работы, но основная их задача – способствовать возврату неподконтрольных территорий. Что нужно сделать, чтобы эту задачу выполнить? В проекте программы действий правительства есть часть ответа на этот вопрос, но Верховная Рада не утвердила документ. Из того, что известно, планируется упрощение процедуры получения административных услуг гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях. Во-вторых, Киев намерен защитить государственные активы в Ордло. Еще из важного – изменения. Изменить список разрешенных к перемещению через КПВВ товаров. В планах передать 1500 семей, внутренне перемещенных лиц, квартиры. И последняя задача – выплатить компенсации за разрушенное во время конфликта жилье. Не можна говорити, що це є ідеальним документом, тому що дуже багато компонентів не є включеним. Програма не є однозначно зрозумілою в строках реалізації по відповідальним і, відповідно, по цілям. Питання реінтеграції не є розкритим, незрозуміло, які будуть методи вживатись, які будуть кроки зроблено, як це буде подаватися в цілому населенню України. Эту программу пока нельзя назвать целостной стратегией, но по мнению экс-заместителя главы данного ведомства, такой подход правильный и может принести плоды. Вот если мы не будем фантазировать и не будем разрабатывать какие-то невероятные программы на какой-то долгий период, а поставим перед собой конкретные задачи решить, хотя бы начать решать жилищный вопрос наконец-то, помочь переселенцам с работой и убрать вот эту бюрократию. Кроме пунктов, которые указаны в программе действий правительства, министерство продолжает работу над проектами, разработанными предшественниками. Мы рассказали о всех проблемах, которые есть, рассказали о конкретных проектах, которые будут решать эти проблемы. Из того, что я вижу, из объективно, что сделано положительно и, скажем так, продолжены наши старания. Это подписание договора с немецким банком КФВ. Немецкий банк выделил Украине кредит в размере 25,5 миллионов евро, что поможет государству и дальше субсидировать расходы на покупку жилья и ипотеку под 3% годовых для переселенцев и семей участников АТО и ООС. Как отмечают в министерстве, до 5000 внутренне перемещенных лиц получат выгоду от этого проекта. А ведь жилье по-прежнему остается одной из главных проблем для внутренне перемещенных лиц. На начало 2020 года в нем нуждалось около 400 тысяч семей переселенцев и военнослужащих.
Следующий проект, перешедший от старого министерства к новому, это строительство дорог в Луганской области. Его финансирует Всемирный банк. Всего планируется построить 165 километров дорог государственного значения, и работы на одной из них уже подходят к концу. 123-километровая дорога между Северодонецком и станицей Луганской ведет к единственному пешеходному КПВВ в области. Также в долгосрочной перспективе модернизация системы водоснабжения Мариуполя. Город получит кредит в размере 64 миллиона евро от французского правительства, который будет направлен на создание системы очистки питьевой воды и разработку генерального плана улучшения водоснабжения города до 2040 года. Пытаются в правительстве уже который год охватить и информационное поле на неподконтрольной территории. Недавно для этого был создан государственный телеканал «Дом». Но, по мнению правозащитников, в части реинтеграции легких путей быть не может. Але в будь-якому випадку держава має чітко комунікувати свої плани, тобто плани мають бути описані, плани мають мати конкретні строки, конкретні цілі, конкретні показники і мати описаний підхід для подання інформаційного, змістовного різним категоріям. Ростислав Замлинский, первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сейчас на связи с нашей студией. На каком этапе сейчас находится реализация государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины? Мы будем ее продолжать и наполягать на том, чтобы это была одна из ключевых программ деятельности не только міністерства, а безпосередньо всього уряду. Тому що, знову ж таки, 5 областей України, ми вважаємо, що повинно бути ще, як принаймні, Херсонська область, 6-та треба долучити до цього, до її реалізації, щоб саме в цих областях зреалізовувати проекти, показати успішність цих проєктів. Тому що ми вважаємо, що успіх – це реально наша зброя в боротьбі з збройною агресією Російської Федерації. Чим будемо ми більш успішні, тим швидше ми переможемо нашого ворога. На чем основывается, по вашему мнению, безопасная реинтеграция? Мы часто слышим этот термин и в прессе, и от чиновников. Вот интересно, на чем же она основывается для жителей отдельных районов Донецко-Луганской областей? Ведь многие люди там опасаются наказаний после восстановления суверенитета, и часто эти опасения основаны, в первую очередь, на тезисах пропаганды, которая распространяется прокси-организациями либо Российской Федерацией. Дійсно, людям показати конкретні приклади, що тут є безпечні умови праці, що тут є на високому рівні соціальна підтримка, що тут на високому рівні є надання медичних послуг і програма «Доступні ліки», а також перший етап, який успішно реалізований, медичної реформи, коли, власне, і медичні працівники отримують високу заробітну плату, і люди безпосередньо мають можливість отримати базовий рівень, наголошую, базовий рівень медичних послуг. Ми не визнаємо набуття громадянства іншого, як українського. І ми не визнаємо втрати українського громадянства в зв'язку з примусовою, я би сказав, репресивною, нав'язувальними методами набуття громадянства іншої країни. Як ви думаєте, существует ли целесообразность так называемой экономической блокады в Ордло, введенной в 2017 году решением СНБО? И какие, может быть, есть условия для отмены такого особого, специфического режима? Дивіться, економічна блокада – це ж не просто мова про економіку чи про торгівлю з окупованими територіями. Ми говоримо, знову ж таки, про безпечну підприємницьку діяльність, про безпечні умови праці. Ми говоримо про те, що підприємства повинні працювати за українським законодавством, сплачувати податки за українським законодавством, забезпечувати вільний і професійний розвиток своїх працівників, забезпечувати належну роботу профспілкових організацій, забезпечувати безпечну якість продукції, зрештою забезпечувати можливість в судовому порядку суб'єктам підприємницької діяльності відстоювати свої права. Якщо це все буде забезпечено на тимчасово окупованих територіях України, тобто ми говоримо про повне відновлення владних повноважень і влади української на тимчасово окупованих територіях України, то чому би і ні? Тобто ми вважаємо, що це потрібно розглядати комплексно. Ростислав, спасибо за ваші відповіді і до скорої зустрічі в цій студії.
В Донецке продолжается кампания по выдаче российских паспортов гражданам Украины. А с 25 июня из неподконтрольных правительству районов самопровозглашенные власти запустили специальные автобусы в несколько российских городов, чтобы жители, имеющие паспорта России, могли проголосовать за поправки в Конституцию Российской Федерации. Я внимательно наблюдаю за этим, и, откровенно говоря, все эти автобусы, туры выходного дня, ну, все очень похоже на какую-то рекламную акцию для мобилизации. Но только вот зачем? Разбираемся далее. 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию и обнулению президентских сроков Владимира Путина, которое может позволить президенту РФ управлять страной до 2036 года. Голосование будет продолжаться неделю. Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта, тоже смогут проголосовать. Такое решение кремлевского руководства сопровождалось активной пропагандой ДНР и ЛНР. Получить паспорт Российской Федерации может каждый житель ДНР. Наличие этого документа перед каждым из нас открывает абсолютно новые возможности. Участие жителей ДНР в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – это один из этапов интеграции Донбасса в Российскую Федерацию. Россия начала паспортизацию жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей год назад. Владимир Путин подписал соответствующий указ сразу после президентских выборов в Украине. Никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Сначала в Кремле объявили об упрощенном порядке получения гражданства для всех жителей Донбасса, включая часть территорий, подконтрольных Киеву. Затем для всех желающих по всей Украине. Согласно своему законодательству, Россия оставляет за собой право защищать своих граждан за границей в случае вооруженного конфликта. Россия завжди використовувала видачу паспортів на територіях, які вона окуповувала, як прецедент для майбутнього захисту цих територій, цих своїх громадян нібито. Ось така практика роздачі мешканцям Донецька, Луганська, російських паспортів з великою долею вірогідності буде використана Росією як своєрідний тригер для ескалації. Вопрос не тільки лише в видачі паспортів, вопрос в тому, що це часть, маленькая часть глобальной политики. Это ни в коем случае не для защиты интересов граждан Украины. Потому что, когда защищают их интересы, не обстреливают запрещенными боеприпасами. Первыми российское гражданство получили верхушки группировок ЛДНР. Затем началась массовая паспортизация. В апреле этого года Путин освободил жителей ОРДЛО от уплаты госпошлины за прием на гражданство. Заявки оставляют по месту жительства, готовые паспорта забирают в Ростовской области. Всего, по информации российских властей, паспорта выдали почти 190 тысячам жителей непризнанных республик. Там все ведется не только лишь для того, эта работа. Она направлена прежде всего на то, чтобы потом Путин мог сказать, что доминирующее количество проживающих в ОРДЛО имеет российский паспорт. И для того, чтобы потом манипулировать этими людьми, окончательно отрезать жителей от реинтеграции на территории Украины. Мы спросили у жителей Донецка, поедут ли они голосовать за поправки в Конституцию России. Нет, не поедем, мы не граждане Российской Федерации. А если бы были, вот тогда бы и было. Мы не поедем, нет возможности. Да, у нас нет паспорта. Обязательно. Поехали, конечно. Обязательно. К сожалению, я работаю в это время. Подумала бы. Ну, думаю об этом. Если получится, поеду. У меня нет паспорта еще, РФ. Ну, у меня еще нет паспорта. Думаю, проголосовал. Паспорта нет. Поехал? Ну, нет выезда. Конечно, поехал. Нет, я на работе. Ну, если была возможность, можно. Если бы было время, поехал. У меня нет российского паспорта. Поехал. Нет, у меня нет паспорта России. Ну, наверное, поехала.
Теоретически все эти люди теперь смогут проголосовать за путинские поправки. Правда, в так называемых республиках организовывать процесс не стали. Чтобы отдать свой голос, необходимо приехать в Россию. Администрации ЛДНР даже запустили специальные рейсовые автобусы до нескольких городов РФ. Поездки будут организованы на протяжении всего периода голосования с 25 июня по 1 июля. Сквозь закрытые коронавирусом границы проезжают десятки тысяч людей. При этом после возвращения даже не нужно будет проходить обсервацию. Все ради причастности к российскому основному закону. Безусловно, эти ограничительные меры, которые на линии разграничения были приняты, они, конечно, были использованы Россией в качестве для того, чтобы выстроить такую зеркальную, да, обратную политику. Если Украина ограничивает передвижение, то мы, наоборот, будем там до последнего его не ограничивать. Да? И да, безусловно, это добавило каких-то симпатий России, безусловно, в Донбассе. Владимиру Путину нужны голоса жителей Донбасса, чтобы остаться у власти еще на долгие годы, пишет немецкое издание Bild. Но Константин Скоркин другого мнения. Дело не в том, сколько голосов могут дать оккупированной территории. Весь смысл в пропаганде. Они вовлекаются в российское поле с его повесткой, с его политикой, и, соответственно, в этом смысл и, собственно, замысел. Ну, то есть, разумеется, с формальной точки зрения здесь к чему придраться нельзя, потому что, ну, если люди получили российские паспорта, стали гражданами Российской Федерации, то они имеют право участвовать во всех референдумах, выборах и так далее. Теперь в карманах жителей неподконтрольных территорий сразу три паспорта – Украины, так называемых ЛДНР и России. Ведь гражданство РФ можно получить только по документам псевдореспублик. В Донецке и Луганске, безусловно, есть люди, которые по собственному желанию выстаивают долгие очереди, чтобы получить российский документ. В большинстве случаев заставлять действительно не нужно, потому что люди устали от вот этой неопределенности, в которой они живут уже сколько лет. И российский паспорт дает определенность, да, определенное гражданство, права на территории России и так далее. Я думаю, что для многих это, ну, вполне приемлемый выход из этого тупика в плане какое-то обустройство какой-то своей жизни. Но, по данным украинских правозащитников, также известно о случаях шантажа и давления. С целью обоснования присутствия оккупационных войск Российской Федерации на территории ОРДЛО, оккупационные администрации так называемых республик ЛДНР добровольно-принудительно подталкивают людей, которые работают на государственных предприятиях, получать российские паспорта. При этом не только получать, но и давать комментарии для СМИ с целью пропаганды. Мне кажется, что если какие-то такие вещи, то это скорее, ну, может речь о каких-то эксцессах, да, там, рвении начальства там, местного, да, какого-то ЛНРовского, ДНРовского, показать себя там, передовиками в плане статистики по выдаче российских паспортов, возможно. Украина призвала усилить санкции против России за привлечение к голосованию в референдуме жителей ОРДЛО. Кроме того, офис генерального прокурора сообщил о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса руководителям так называемой миграционной службы ЛНР. По их данным, паспорта самопровозглашенной ЛНР незаконно выдали более 200 тысячам человек. Валерий Кравченко считает, что без более жесткой позиции Киева давление со стороны Кремля будет только усиливаться. Привлечение к референдуму, раздача паспортов и проведение ранее выборов на неподконтрольных территориях – все это комплекс нарушений России и Минских соглашений. Поэтому Украина, по мнению эксперта, может инициировать выход из переговорного процесса. Тут треба, звичайно, зважати цю позицію, обговорювати її попередньо з представниками Німеччини, Франції, бо вони є медіаторами в цьому процесі. Але нам дуже тверезо і дуже жорстко треба реагувати. Якщо ми жорстко не реагуємо, мы заохочуем агрессора. Но при этом жесткая реакция Киева должна быть направлена именно на российское руководство, но не на обычных людей, граждан Украины, которых Москва заманивает российским гражданством. Ведь радикальные предложения, которые, к сожалению, озвучиваются отдельными политиками и обычными людьми, как, например, лишать украинского гражданства тех, кто получил российское, могут еще больше отдалить жителей оккупированного Донбасса. Это не привлечет на сторону Украины этих людей, скорее вызовет и будет использована, собственно, пропагандой российской как доказательство еще одно, что Украине
нужны территории, но не нужны люди, которые на них живут. Главная цель Путина – создать новое имперское государство. Украина как одна из недостающих частей в этом пазле. Из-за амбиций хозяина Кремля страдают мирные жители. Украина должна бороться не только за свои территории, но и за самое важное – своих людей, живущих в оккупации. На скайп-связи со студией Питер Диккенсон, он автор американского аналитического центра Atlantic Council. Я прочитал его статью, которая называется «Путин вооружает гражданством жителей оккупированной Восточной Украины». И вот прямо сейчас обсудим этот текст. Питер, добрый день. Вы напоминаете читателям, что Москва планирует выдать 1 000 000 российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов к концу 2020 года. Как вы думаете, зачем нужен такой темп и... какие мотивы для подобного действия у Кремля? Ну, это не первый раз, когда мы видели такую стратегию в Москве. То же самое было в Южной Осетии, то же самое было в Крым. Такое же действие было даже в Молдове, в Приднестровье. Это способ укреплять контроль над территорией, которая, как называемый, типа... замороженный конфликт, новая территория. Это дает Москве очень хороший повод для дальнейшего вмешательства в эту территорию. И это будет очень сильный ломать возможности для Украины реинтегрировать Донецкий и Луганский область, регион, который сейчас под временной оккупацией. Ваш вывод о том, что, вооружая российским гражданством, Москва с 91 года, и вы так и пишете в статье, борется за сохранение своего, вот как мы это называем, и вы также в тексте, имперского влияния в бывшем Союзе. Но, знаете, мы часто общаемся с жителями неподконтрольных районов, и в связи с этим у меня вопрос, как быть тем людям, которые получают российский паспорт, потому что он нужен для работы, для получения дохода, то есть для физического выживания часто. Да, для них есть, конечно, конкретный сил для каждого жителя этого района, который хочет жить по-лучшему. Им здесь не обязательно иметь какой-то геополитический или даже политический сил под это решение, не обязательно то, что они... или поддерживать, или я предполагаю, что есть люди, которые не особо поддерживают империальную политику Кремлин в сегодняшний день, которые все равно считают, что им лучше жить с русским гражданством, чем без. Здесь это, они не играют, к сожалению, решающую роль в этой игре. Здесь играет роль Москва, и XL выше, чем... интересов жителей района, Excel целой Украины, контроль над Украиной. В статье вы называете выдачу российских паспортов наглой агрессией Кремля, которая, если будет оставаться безнаказанной, то, по вашему мнению, приведет к дальнейшему разрушению международной безопасности. Поясните, что вы имеете в виду? Неужели выдача паспортов на Донбассе небольшой части Донбасса, я подчеркиваю, и небольшой уж тем более части Украины, приведет к крушению либо к проблемам всей международной безопасности? Ну, дела начались там в апреле предыдущий год, в днях сразу после победы на выборах Владимира Зеленского. Он выиграл президентские выборы, и там через... порядка 2-3 дня Москва сообщила, что они идут на такую поступку, что они сделают новый паспортный режим для жителей временно оккупированной территории в Донбассе. Не было международной реакции особой, то есть не было наказания какой-то, не было новой санкции, никто не ввел. Потом и в июле, то есть через еще там 3 месяца, Путин сообщил по поводу новый этап расширения задачи паспортов на весь территорию Донбасса, то есть имеется в виду Луганский и Донецкий область, то есть расширили этого проект. Опять же, не было громкой международной реакции к этому, не было
негативные последствия для России. То есть можно легко ожидать, что вот через некоторое время они сделают это для, ну, образно говоря, Харьковская область, Одесса, Днепро и так далее, и так далее. Почему не весь Украина? Если это хорошо работает, тогда это дает им большую возможность влиять на Украину. И потом можно рассматривать такие варианты для других стран. То есть это будет, если он работает здесь, он может работать в других странах, бывший Советский Союз, в том числе и Прибалтика. И расширивать возможности России влиять на тех странах и через них на международный геополитический баланс. Украинское правительство упрощает процедуру пересечения КПВВ для жителей Донецка и Луганска. Все подробности прямо сейчас в программе «На самом деле Донбасс». Семейная пара пенсионеров из оккупированной части Луганской области уже четвертый месяц не могут вернуться домой. Пришлось жить в хостеле. Пожили 25 дней. Получили сначала по 200 гривен, а потом она нам, как старикам, на 150 свела. Ну, мы пожили, покуда деньги были, и все, потом уехали. Остальные мы, вот, я сзади, там бабушка мне расстилает, она впереди. Из машины иногда перебираются в палатку украинских спасателей, которая установлена возле пункта пропуска. Но ночевать там боятся. В палатке людей много. И приходят каждый день. Заразят чем-нибудь. И все. Я знаю, что я в машине, от бабушки ничем не кашляю, ничего нет. Сейчас семейная пара находится на КПВВ «Марьинка». До этого были на Новотроицком. Жалуются, что у них нет смартфонов, которые теперь требуются для проезда. Через мобильное приложение власти планировали контролировать, как граждане соблюдают самоизоляцию. Показывают, мы телефон 24. Ну а что нам, старикам, какие нам нужны? Догнали нас туда, ну этот самый, и сразу... Телефоны. Мы показываем им кнопочные. Нет, не такие. Нужны эти сенсорные. Да, вы поедете туда, вас не пропустят, и мы на вас назад не возьмем. Не возьмем мы вас назад. И будете в серой зоне, как волки. Да, ему за 5 или 6 тысяч. Этот смартфон. Ну где я его возьму? Непростое же приложение, мы же не понимаем. Дебилом надо быть такой указкой. В более тяжелом положении оказались люди между контрольным пунктом въезда-выезда Новотроицкая и пунктом пропуска самопровозглашенной ДНР «Еленовка». Там более 30 человек провели 3 дня. Их не пропускали на подконтрольную Украине территорию по той же причине. Они не смогли установить приложение для самоизоляции. До 12-14 червня дійсно люди могли на вибір. Або ж установити стосунок дій вдома на смартфон і відбувати самоізоляцію упродовж 14 днів, ну, за загальним правилом. Або ж, хто не мав такої можливості, або не мав бажання, то такі люди при перетині КПВВ, вони підлягали обов'язковій обсервації, так, у спеціально відведених закладах охорони здоров'я. Але ось 10 днів, трошки більше тому, були внесені чергові зміни до законодавства. Таких змін відбувається навіть декілька на тиждень. І ось така можливість обсервації, вона була выключено. Выход искали сообща. Кому-то родственники привозили прямо на КПВВ свои смартфоны, а где-то помогали и пограничники. Открыли Wi-Fi для бесплатного пользования на блокпосту, чтобы установить приложение. То людина проведе там, ну, годину, 3-12 на КПВ, але таки встановить цей додаток и зможе пройти. Но были и те, кто 3 дня провели между КПВВ. 25 июня украинская погранслужба помогла людям выехать на обсервацию. Транспорт бесплатно дала Донецкая обладминистрация. Волонтеры привозят им продукты. Людей отправляют в одну из клиник области, где для них созданы условия для полноценной обсервации. Но это только для тех, у кого нет приложения «Дейвдома». Те, кто поставил это приложение, направляются на самостоятельную изоляцию. Уехавшим из Ордло делают бесплатный тест на COVID-19. До последнего единственным транспортным коридором Донецкой области была дорога между подконтрольным Киеву Новотроицким и неподконтрольной Еленовкой. Но и здесь полная неразбериха, хаос и нервотрепка. Все потому, что самопровозглашенные власти действуют непрозрачно. Мало кто понимает их логику. Сегодня они должны пропустить 300 человек. Все. Лимит закончился.
пока 300 человек не будут на самоизоляции в Донецке, только потом, через 2 недели, обратно откроет блокпост. Если в течение почти недели пропуск осуществлялся хотя бы частично, то с 28 июня группировка ДНР закрыла единственный путь – Еленовка-Новотроицка. Правило, непризнанная власть Донецка, меняет ежедневно. Всю прошлую неделю сотни людей много часов на жаре стояли в очередях. Если Украина открыла блокпосты, то самопровозглашенные власти потребовали от Киева вести с ними прямые переговоры о пропуске по спискам. Таково их условие. Но, как показала практика, и этот путь оказался ненадежным и пожаловаться некому. Мы не в списках. Хотя мы звонили с Донецка, нам звонили, заполняли нас. Ну, нет у нас. Нам не позвонили. В списках у меня нету. Я подавал на списки. В списках нас нету. Поэтому, я думаю, людей оттуда возвращают. Поэтому... Я думаю, навряд ли. Напряженная ситуация со стороны блокпостов была и на неподконтрольной территории. Пока Еленовка работала, там были очереди из сотен машин. Люди ночевали под открытым небом в надежде выехать в города Донецкой области. Очень много машин, очень много людей. Очень трудно выезжать. Мы приехали на эту землю, я просто рада и счастлива. Мы приехали, получается, во сколько? В 5 утра. И вот только доехали. Да, и нас же пропускали, да, без очереди там, получается. А есть люди, которые говорят, ну, уже третий день. Правозащитники бьют тревогу, говорят, что закрытые КПВВ – это нарушение сразу нескольких базовых прав граждан. Це є і порушення прав людини щодо свободи пересування, яке, звісно, що у обставинах застосування карантинних заходів має певне своє обґрунтування, але у кожному індивідуальному випадку це досить дискусійне питання, так? І це перш за все ось стосується цих гуманітарних випадків. У некоторих пострадавших появилась можливість отримати компенсацію за моральний ущерб. Декілька людей, перебуваючи дійсно в нелюдських умовах понад місяць, вони з нашою допомогою звернулися до суду, і ось уже в першій справі відбувся розгляд, і судом першої інстанції було ухвалено частково задоволено позов однієї з наших клієнток, і винесено рішення про компенсацию моральных осей страждань. А пока семейная пара из Луганска решила воспользоваться помощью благотворительных организаций, оставить свою машину и часть вещей на подконтрольной территории и пешком добраться до Луганска. На связи со студией руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. Он сейчас в Харькове и только вернулся с КПВВ. Евгений, добрый день. Евгений, мы знаем о том, что сейчас есть инициатива создать отдельное государственное предприятие для управления КПВВ, потому что сегодня, на сегодняшний день, и вы сами говорите, обратились в обладминистрацию, сегодня КПВВ управляются областными администрациями. Вот скажите, как вы оцениваете такое решение Киева создать госпредприятие для управления всеми КПВВ, которые есть сегодня на территории Украины? Ну, это было бы правильно и логично, потому что есть некоторые общие проблемы на КПВВ. Если был бы какой-то один единый центр, который бы, скажем так, мог принимать решения по управлению этими КПВВ, там, откуда взять электроэнергию, где там мы знаем, очень плохой Wi-Fi на КПВВ. Мы сейчас, кстати, совместно с агентством ООН по делам беженцев планируем реализовать проект, усилить на КПВВ станице Луганская, сделать 3 Wi-Fi точки для того, чтобы люди могли устанавливать идею себе на телефоны и имели мобильный интернет, потому что на всех КПВ плохой интернет. Скажите, как вы думаете, по вашим прогнозам, когда возобновится полноценная работа всех КПП, чтобы люди уверенно могли проходить либо на подконтрольную часть, либо на неподконтрольную? Вот когда это произойдет? Ну, что-то сложно прогнозировать из-за того, что у нас коронавирусная инфекция. Мы еще полгода или год назад не могли предположить, так же, как мы там 7 лет назад не могли предположить, что начнутся боевые действия, а также год назад мы не могли предположить, что, то есть, в городах остановится метро и начнется пандемия. И, к сожалению, сегодня мы ж не видим уменьшения, мы, наоборот, видим, что трехмесячный карантин помог отсрочить приход коронавируса на линию Зитнення. Но сегодня наши команды видят, что уже в городах вдоль линии разграничения, в селах, в поселках, то есть спустя 3 месяца карантина пошли случаи заражения при фронтовой зоне. То есть те карантинные мероприятия, которые были, они отсрочили приход на линию Зитнення
вируса, но полностью не защитили. И спрогнозировать, как будет дальше, сегодня у нас очередной антирекорд, он по стране, больше 1000 случаев. Мы как раз вчера говорили, что подходим к этой отметке. И я получаю информацию о том, что у нас там прифронтовые громады, такие там и Светлодарская, Мироновская, в Марьинском районе, и в Бахмутском районе Донецкой области уже достаточное количество сел, где точки есть, то есть есть уже минимум один зараженный. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала всех акторов по обе стороны линии соприкосновения выйти на какое-либо точное решение. Вот скажите, по вашему мнению, власть слышит призывы международных организаций все-таки как-то более цивилизованно решить проблемы с КПВВ? Вы знаете, все везде как бы познается в сравнении. У нас же на станице Луганской тоже, когда он открылся 19 числа, он просто открылся раньше, чем Новотроицкий, были такие ситуации, когда люди приходили с кнопочными телефонами. Но при этом, если ну, людям областная власть в Луганской области, то есть первый день 19-го, второй день 20-го, она дала автобусы, и тех людей, ну, в крайней мере, кто, у кого не было додатка Дии, у кого не было смартфона, люди были отправлены в Попаснянскую больницу для прохождения обсервации. Были люди, которые не захотели проходить обсервацию, они вернулись, и их впустила сторона так называемая ЛНР. 26 числа к нам из Новотроицкого привезли 17 человек, людей. Вчера к нам поступило еще 9 человек. Ну и сегодня ожидаем тоже людей, которые едут из Новотроицка. Наше учреждение, значит, стоит на обсервации по нашему региону. Люди, которые, у которых нет смартфонов, у которых кнопочные телефоны и не могут сделать вот эту функцию ДИЯ, они все к нам идут на обсервацию сроком на 14 дней. Все обследованы. Вчера, сегодня взяли ПЛТ-тесты у них. Ждем ответ. Если тесты будут у них положительные, значит, у нас дальше по инструкции. Мы направляем у нас Миргородская инфекционная больница, ну, туда по инструкции. Ну, это уже дальше по ступеням. Если все будет отрицательно, они проходят этот 14-дневный у нас, так сказать, карантин, обсервацию, и со спокойной душой и едут к своим семьям домой. По внешним признакам никого у нас нет инфицированных. Единственное, что у нас есть один мужчина, у которого гипертоническая болезнь, это хроническое заболевание, мы ему оказываем помощь, как по мере, ну, надо давление меряем, там таблеточки, все. Потом у нас три женщины поступили с солнечными ожогами. Ну, тоже можно понять, люди сидели 3 дня на блокпосту, ну, в таких условиях нехороших тоже оказали помощь. Никому ни в чем не отказываем, помощь оказывается в полном объеме, у нас все есть, все хорошо. В основном весь контингент – люди пенсионного возраста старше 60 лет. Там несколько человек есть таких среднего возраста, а так в основном все пенсионеры. Люди приехали, естественно, возбужденные, люди приехали недовольные. Они не знали, куда их везут, что их ожидает. Ну, по приезду они, естественно, гигиенические процедуры, душ, туалет, это, соответственно, покушали, и они успокоились. Так как у нас тут все хорошо, условия у нас позволяющие просидеть тут 14 дней. У нас есть тут интернет, у нас есть телевидение, ну, все у нас, холодильники обеспечили мы чайничком. Питание у нас трехразовое. Нам большую помощь оказала волонтерская организация «Пролиска», которая обеспечили всех людей сухпайками, питанием, готовят наша столовая. Это за счет волонтеров, питание за счет волонтеров. Люди абсолютно бесплатно питаются, индивидуальные там моющие, там у них как бы с собой есть. Ну, мы их обеспечили полотенюшками, там мыло, ну, все такое, дезсредствами у нас и в душевых кабинах, и в туалетах все это стоит, люди обрабатывают, люди как-то тоже себя обезопасывают. Но самое главное, они довольны, что волонтеры на них обратили внимание, что без помощи волонтеров, конечно, этого ничего не было. Ну, к примеру, я могу, допустим, привести, что вот сегодня на завтрак был суп полевой и макароны по-флотски. Обед у нас тоже как-то не решили их немножко подкормить, тоже суп был гречневый и каша рисовая и тушенка. Волонтеры обеспечивают людей водичкой, сухпайками, ну, в общем, помогают как могут. Посуда у нас одноразовая, стаканчики, тарелочки, ложки, вилки, пакеты одноразовые, это все обрабатывается, это все утилизируется. У нас есть все, мы обеспечены полностью средствами индивидуальной защиты, у нас есть маски, перчатки, комбинезоны, ну, все. Мы защищены, мы соблюдаем эти все правила.
мы себя обезопасиваем, потому что у каждого семья, у каждого как-то, мы не знаем, какие будут ответы, поэтому мы как-то себя обезопасиваем. 8 человек у нас, бригада 8 человек, 4 палатных медсестры и 4 младшие медсестры. У нас, значит, есть 2 представителя внутренних органов, 2 мальчика, они находятся на территории корпуса. У нас корпус закрыт, мы никого никуда не выпускаем, не выпускаем. У нас отдельно для сотрудников вход, для сотрудников отдельно. У нас есть чистая зона, у нас есть грязная зона. У нас мы все находимся в чистой зоне, ребята тоже в чистой зоне. Все мы люди, кто ехал родственников навестить, кто маму, кто к детям. Ну, все есть у нас не только Донецкая область, у нас есть и Хмельницкая область, и Черниговская область, и, ну, в общем, в принципе, со всей Украины есть. У каждого разная причина, почему люди ехали с неподконтрольной территории на территорию Украины. Они не хотят на эту тему разговаривать, они говорят, что это неприятные воспоминания, не хотят. Как бы их все устраивает, что они дома, они на Украине, их все это устраивает. Они говорят, слава Богу, что мы пересекли, мы тут отсидим и уедем домой. Мы находимся возле отделения, в котором находятся люди, которые проходят обсервацию. Есть у нас 3 семейных пары. Мы их комплектуем по желанию. Как люди хотят, так мы их и размещаем. Там подружки, или там семейная пара, или друзья какие-то. В общем, учитываем все пожелания наших, так сказать, людей. Контрольний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке продовжує своє функціонування, тобто продовжують здійснюватися контрольно-перевірочні заходи, але зауважуємо, що сьогодні від ранку через контрольний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке ніхто не проїжджав, тобто громадяни не пробували з тимчасово окупованої території, тому ми не можемо з впевненістю сказати, що громадян буде пропущено в разі спроби перетнути лінію розмежування на виїзд до тимчасово окупованої території. Ми і сьогодні інформували всі громадян, які прибували до КПВ Новотроїцьке, про те, що є такі моменти, що, можливо, представники незаконних збройних формувань блокують проїзд громадян. Пояснювали, що якщо громадяни будуть їхати на тимчасово окуповану територію, потім по поверненню обов'язково треба буде встановити додаток дій вдома і 2 тижні провести на самоізоляції. Тому громадяни в добровільному порядку відмовлялися перетинати лінію розмежування сьогодні. Згідно постанови 480 Кабінету міністрів України, прикордонники не мають права пропустити громадянина, якщо він не встановлює додаток дій вдома, якщо він відмовляється від добровільної обсервації. Але, в принципі, таких проблем не було. Громадяни дослухаються, розуміють, що це потрібно, і відправляються на самоізоляцію або обсервацію. Ті громадяни, які мали певні сумніви або хотіли перетнути лінію розмежування в бік тимчасово окупованої території, але їх не пропускали бойовики, вони темний час доби перебували в палатках ДСНС, вони не перебували в сірій зоні. З тимчасово окупованої території на контрольовану територію лінію розмежування перетнуло близько 2,5 тисячі громадян, а від нас десь близько понад 300 громадян перетнули лінію розмежування до тимчасово окупованої території. Слід зазначити, що їхало набагато більше людей, але громадяни пояснювали, що бойовики блокують їх проїзд, вони пояснюють, що громадян немає в якихось списках. Деякі особи і ночували біля блокпосту незаконних збройних формувань, тобто вони до останнього просили, щоб ті їх пропустили, не хотіли відходити, думали, що все ж таки бойовики їх пропустять, але цього не сталося, і громадяни поверталися назад. Але деякі громадяни, як розповідали, що були в якихось списках незаконних збройних формувань, зверталися до приймалень російсько-окупаційних військ, і ті вже їх пропускали. На постійній основі чергувала тут швидка допомога, підходили до громадян, якщо хтось скаржився на здоров'я, звичайно, надавали допомогу. Постійно, звичайно, прикордонники були такими координаторами між і ДСНС, і іншими організаціями, правозахисними організаціями. Тобто дуже багато організацій чергувало на КПВ, щоб надавати і, якщо потрібно, медичну допомогу, якщо потрібно, юридичну допомогу, юридичні консультації. Тобто дуже багато структур працювало, робили все, аби тільки громадянам допомогти і роз'яснити. І в плані навіть того самого додатку дій вдома ми неодноразово наголошували, що поблизу лінії розмежування дуже поганий мобільний зв'язок, щоб громадяни встановлювали цей додаток вдома, але були різні причини, чому хтось, наприклад, не встановив. Підходили і представники Національної поліції, співробітники, і Держприкордонслужби, і всі допомагали громадянам і роздавали вплоть до того, що Wi-Fi, допомагали кожному, щоб всі пройшли лінію розмежування і
кожен опинився у себе вдома. По факту зараз і КПВВ Новотроїцьке, і в певні години КПВВ Мар'їнка працює, але по факту ми готові здійснювати пропуск, але бойовики на це не згідні і продовжують його блокувати. Спасибо за внимание. С вами был я, Алексей Мацука, и на самом деле Донбасс. Смотрите нас каждый день с понедельника по пятницу в эфире телеканала «Дом». Мы расскажем о том, что происходит на самом деле в мире, на Донбассе, в России, Крыму и, конечно, в Украине. Подписывайтесь на наш канал Facebook и YouTube, ставьте лайки, пишите, какие темы вы хотели бы поднять в следующих выпусках. До свидания.